Летом на моей орхидее напал трипс Ражина гадская. Вот такие следы оставляет этот вредитель на орхидеях. Страшные шрамы, которые стягивают листья, рытвины, борозды, остроконечные многочисленные шишки, бывшие кладки этого прожорливого плодовитого насекомого. Конечно же, орхидеи прошли долгое лечение в 4 обработки разными препаратами. Умный батрадер, старая добрая октара, новый инновационный ТПК, экологичный биокил. Про то, как я обнаружила трипса, про стадии его развития, про все 4 обработки, подробно в описании и первом комментарии. Прошло 3 месяца с момента, как я обнаружила трипса на своих орхидеях и немедленно приступила к его истреблению. Как понять, что вы победили трипса, напавшего на ваши домашние орхидеи? Новые листочки растут чистенькие, ровненькие, ибо обычно именно на молоденькие листики в точке роста этот вражина нападает в первую очередь. Молодые цветоносы без повреждений, покусов, укусов, отсутствует белый налет. Орхидеи активно дуют здоровые бутоны. После продуманного, системного, структурированного лечения мои домашние орхидеи полностью здоровы. Мы победили врага.